Еще раз привет, кто присоединился. Давайте начинать. Я буду рассказывать, показывать и какие-то тезисы выводить на страничку. Что-то буду рисовать в фотошопе, потому что там удобно рисовать схемки. Ну и, собственно, если вопросы появляются, можете, кстати, вот даже в этом чате и спрашивать. Я увижу. Либо уже на трансляции в YouTube. Значит, э, прежде всего у нас есть разные вариации тем. Э, здесь уже пункты конкретные действий, но давайте предысторию, какое-то начало. У нас есть э, разные варианта, варианты проведения фотодней. Я больше всего предполагаю, что фотодни сейчас актуальны для детских съемок и семейных съемок, потому что вот когда я фотографировал э, просто индивидуальные съемки, там, допустим, невеста или просто девушка в платье то активность была хорошая, но люди были неплатежеспособными. Здесь надо учитывать то, что мы все-таки рассчитываем на этом заработать, и нам нужно, чтобы клиент был готов заплатить. Вот поэтому все-таки детские съемки, поскольку их, грубо говоря, спонсируют родители и хотят для своих детей красивые и необычные фотографии, соответственно, нужно делать упор на эту тему. Что касается подготовки и вообще какого-то какого, -то, какого -то организационного момента, я всегда начинаю работы от команды. То есть, какие будут люди вокруг меня, именно от этого и будет строиться проект. Иногда удается подключить бесплатно, допустим, или там очень недорого подключить украшения. Они готовы участвовать в таких про проектах, они готовы работать за портфолио и так далее. Я сажусь, я составляю мудборд съемки, который в теории мог бы сделать. Э их может быть этих мудбордов несколько, и начинаю собирать команду вот к тому мудборду, который их заготовил. С этими фотографиями я иду на встречу, и здесь вот момент встречи очень обязателен. Особенно с теми людьми, с которыми вы ни разу не пересекались. Потому что есть вариант безответственности, есть вариант просто недостаточного доверия людей. И вот с этим легко можно справиться, просто прийти на встречу, познакомиться и увидеть, ваш человек или не ваш. То есть готовы вы положиться на него или нет. Встречи с каждым по отдельности не вижу смысла. Я писал в интернете всем подрядчикам, которых хочу видеть. Это, допустим, флористы, декораторы, если это какой-то свадебный проект или что-то ну, такое с цветами. Это может быть там, платье, это могут быть визажисты, может быть какой-то даже видеограф, если вы совместно с ним будете это организовывать. Ну, то есть вы встречаетесь со всеми людьми, от которых зависит результат. Знакомитесь, расписываете, все зоны ответственности, все моменты, что, за что кто за что отвечает. Соответственно, в какие даты это будет сделано, согласовываем дату самой съемки и начинаем плодотворно, так сказать, готовиться. Как правило, вся работа подготовки обычно ложится на фотографа, то есть фотограф как инициатор, а инициатива всегда наказуема и, соответственно, у нас получается, что весь груз работы будет на нас. Вот. Но я стараюсь обычно договориться таким образом, чтобы хотя бы поддержка в соцсетях и вообще поддержка информационная была от всех участников проекта, потому что они заинтересованы. Обычно в этот момент мы устанавливаем цену, и вот про расчет цены я чуть попозже еще расскажу. То есть мы обговариваем все условия, на которых хотели бы поработать. Здесь есть еще один момент. Дело в том, что проекты эти не дорогостоящие, а количество подрядчиков большое. И получается, что бюджет на каждого из специалистов, он достаточно маленький. На фотографа, там, на визажиста, ну то есть нет возможности сильно загнуть планку и сделать очень дорогой проект. Потому что иначе мы не найдем клиента. Клиент в этой категории не очень готов платить. И вот это, к сожалению, минус. Потому что э, здесь, здесь вообще на самом деле нужно делать упор на то, что мы создаем э, пакет полноценный. То есть человек придет, его накрасят, оденут, там, подготовят, скажут, как сесть, как встать, и, собственно, получится фотографии. После встречи, после того, как мы удостоверились в качестве нашей команды, и вот, кстати, здесь нужно подыскивать максимально крутых, так сказать, подрядчиков, а крутых найти вот в таких проектах достаточно тяжело, потому что ну, как раз таки вот низкий ценовой сегмент он говорит о том, что мы берем начинающих. Я сам работал с начинающими визажистами, я начинал работать с какими-то там недорогими студиями, договаривался, чтобы скидку сделали за целый день, если я буду бронировать на целый день. То есть как угодно я старался сэкономить, чтобы в конечном итоге сумма на всех подрядчиков была ну, нормальная. Вот, и мне в том числе зарплата была какая-то более-менее ощутимая, чтобы не все это, так сказать, на энтузиазме. Соответственно, э, здесь мы боремся за то, чтобы привлечь хорошего специалиста, но за небольшую стоимость. Вот всячески говорим, всячески можно предлагать бонусы в виде информационной поддержки, поскольку все будут репостить, рассказывать и так далее. Плюс большое количество людей мы с ними познакомимся и сможем в дальнейшем продавать свои услуги. И вот, кстати, про дальнейшую продажу своих услуг тоже я чуть попозже отдельно расскажу. Ну и мы. Соответственно, начинаем работать с нашей командой, но для наших, так сказать, людей и участников нужно придумать сразу некие привилегии, некие бонусы, которые они смогут использовать потом. Помимо пакета услуг, на которые они приходят и записываются, они должны понимать, что в долгосрочной перспективе есть еще какие-то бонусы. Или за приведенного друга, или за там, повторное участие, или, может быть, скидки на обычные съемки. Ну, или если вы визажист, то, соответственно, скидки на какие-то отдельные виды услуг. Это все мы сразу продумываем, и продумываем лучше на встрече, потому что мы работаем в команде, как правило, не один раз, а команда набирается, и дальше начинаются фотопроекты один за другим. По крайней мере, я делал так, потому что один фотопроект – это клево и хорошо, но лучше сделать команду, которая будет уже знакома, уже сработается в первый раз, и второй проект будет намного проще. То есть мы уже будем по отважной схеме с неким опытом будем их устраивать. Я примерно так и делал и чуть ли не каждые 2-3 недели запускал новую-новую съемку. Конечно, устал и переснимал все, что можно, но это был хороший такой опыт работы. Вот, соответственно, нужно простраивать долгосрочную перспективу со всеми и участниками, и командой, и, соответственно, это обсудить. Далее, когда у нас команда сформировалась, есть некая концепция съемки, без разницы какой стиль, без разницы что вы делаете, у каждого подрядчика есть своя цена. И этот, этот ценник вы расписываете, вы обозначаете некие границы. Но здесь нужно сделать некую поправку. Дело в том, что, опять же, небольшой ценник чаще всего за такие фотопроекты по той причине, что люди, приходящие на пакетные услуги, обычно хотят, ну, типа, за недорого, чтобы все было. Типа, 100 фотографий, э, куча там платьев на выбор, э, красивая студия, и, ну, чтобы как бы окей. Э, к тому же на эти проекты идут как раз-таки из-за экономии, потому что пакетом дешевле, потому что будет много народу, и это тоже дешевле. И, соответственно, все ценники вы таким образом делите на количество участников и обозначаете общую цену. Если э, кратко, то... Я обычно садился с листочком и просто прописывал условно, 1000 рублей, допустим, это пойдет мне, ну, условно, раньше я недорого снимал, а вот за тысячу рублей были фотопроекты вполне нормально. Иногда даже, кстати, было меньше. Визажисты мы работали 500 рублей, сейчас, конечно, цены намного выше и совершенно другие, но загнуть палку там выше 5000 за весь проект будет едва ли тяжело. Далее у нас студия, допустим, фотограф, визажист, студия или какой-нибудь отель. То есть мы можем снимать и в помещении, можем снимать на улице, но, как правило, в зимний период у нас без вариантов и на улице достаточно редко фотопроекты. Безусловно, есть с животными в парках, там, со снегом и все такое, но все-таки чаще проводятся в помещении, чтобы не зависеть от погоды. И здесь у нас ну, то есть такой выбор, либо отель или другая площадка, где мы платим посуточно, либо какая-то студия, в которой мы платим почасово. И вот, как правило, студия в конечном счете при 10 человеках, при там, 10 часах съемки получается, ну, то есть получается дороже. Условно студия от 500 там, до 1000 рублей, хотя сейчас значительно дороже от 1000 до полутора. Вот. Это умножается все на, соответственно, количество участников 10 человек. Вы можете снимать по полчаса, но на самом деле за полчаса ну, то есть будет очень трудно отработать серию и очень трудно будет собрать так сказать достаточное количество кадров и подстраховаться в какой-то форс-мажор. кто-то опоздал, кто-то что-то не сделал и у вас весь день съехал. Я брал по часу на каждого человека, в самых таких активных фотопроектах я брал по 40 минут на человека, то есть 10 человек, и у нас получается ну, достаточно приличная сумма. Там условно от 5 до 10 тысяч рублей, то есть за весь день, а иногда даже и дороже. То есть получается, что за эти деньги гораздо выгоднее снять какой-нибудь отель, и в принципе отели в тот же диапазон хорошо укладываются. При этом отели иногда даже дешевле, и места для съемки гораздо больше. Плюс отель это эксклюзив, то есть мы здесь за небольшие деньги даем возможность посниматься в интерьере, который недоступен ну, вот в обычной, так сказать, на обычной фотосессии. Либо придется за этот отель платить полноценно и то есть, оплачивать его весь, чтобы прийти туда на съемку, либо в рамках фотопроекта в отелях можно поснимать. И получается, что с отеля тоже получается тот же ценник 500 рублей на одного человека. Кстати, здесь я имею в виду на одного человека. То есть один человек там, за 1000 рублей условно мы зарабатываем. Бывают по полчаса, бывают по 40 минут, в зависимости от ваших возможностей и того результата, который вы готовы отдавать. Там кто-то отдает 5 кадров и там, 30 просто в цветокоррекции. Кто-то отдает там, 20 кадров или там, 100 кадров. И в зависимости от этого вам нужно определенное время. Рассчитывайте на себя, но здесь нужен некий запас. Обычно я это время, ну, грубо говоря, закладываю 20% на запас, чтобы вдруг, если какие-то накладки, если кого-то снимать нужно дольше, или кто-то опоздал, то я, по крайней мере, ну, то есть другие люди не страдали. То есть получается, что примерно там, 40 минут я закладывал на основную съемку, и плюс-минус, если будут э, какие-то ну, не, не, ну, не очень хорошие вещи, то у меня есть запас эти 20 минут. Ну, вот, соответственно, э, значит, э, если у нас отель студия, то отель часто дешевле. Если у нас улица, если у нас помещение, в котором не нужно никакой аренды, то мы здесь хорошо экономим и, соответственно, повышаем ценник себе, плюс каким-то специалистам тоже можем накинуть, добавить. Далее у нас есть платье, которое сейчас очень трудно достать бесплатно, если это, конечно, что-то типа там, индивидуального, индивидуальной съемки. Если это детская съемка, то декор какой-то тоже в аренду может быть придется взять или сделать его один раз, то есть какую-нибудь, не знаю, там будку или машинку сделать большую из картона, в которой можно будет детей поснимать. То есть это либо разовые траты, либо это в аренду у кого-то. И это, соответственно, тоже совершенно с разным ценником может быть. Но предполагайте, что, э, то есть этот ценник не может быть уж явно больше вашей работы и не может быть э, там значительно дороже всех остальных пунктов э, в вашей съемки хотя иногда бывает эксклюзив типа приглашения животных то есть вот животное стоит обычно дорого и это эксклюзив за который вы готовы платить ну вот допустим животное бывают с тиграми со змеями там за с кем угодно сейчас можно арендовать все что угодно и как правило ценник за съемку с животным ну то есть опять же он очень разный но он бывает дороже чем сама студия но это тот эксклюзив, который вы будете продавать. Вы продаете свои услуги как специалиста, то есть вы отдаете там, определенного качества фотографии, плюс вы все бонусы вашего проекта обозначаете в анонсах, ну и вообще в рекламе. И соответственно здесь животное и какие-то особенности самой съемки это важный продающий момент. Типа съемка с тигром уникальная возможность, только там какого-то числа у вас будет, ну, то есть вариант пофотографироваться. Как правило, с животными снимают недолго, то есть там 15, 20, там, 30 минут, поскольку, во-первых, животное не будет там 10 часов сидеть на месте, и, соответственно, нужно прогнать большое количество людей. Но это похоже обычно на съемку с обезьянкой. То есть, грубо говоря, человек подошел, вы его сфотографировали, две-три позы поменяли, и там уже следующий. Мне не очень нравятся такие проекты, и даже когда я снимал с животными, то обычно выделял Время на то, чтобы ну, как минимум полчаса поработать там, с парой. Я парой снимал с лесой. И, соответственно, там между парами нужно было лисе немножко побегать, чтобы энергию э, куда-то деть. Потому что сидеть на месте столько времени она не может. Это дикое животное. Ну, вот, соответственно, в зависимости от разных э, там, условий, от разных э, животных у вас будет меняться немножечко тайминг. Здесь большой бюджет, ну, условно, там от 1000 бывает до 5000 в час. Какой-нибудь тигр вряд ли стоит дешевле, а то и даже 10. По-моему, у нас в Екатеринбурге приезжал в прошлом году и что-то около 10 тысяч в час стоил. То есть очень дорого, но это сильный большой такой эксклюзив, который все-таки, ну, удается продать на рынке. Соответственно, это тоже большой такой сегмент, который заберет деньги. Далее у нас декор, там одежда, украшения. Украшения, кстати, очень часто я доставал бесплатно, поскольку украшения не нужно присутствие человека. Я в один день забираю там украшения. Допустим, для девушек у нас был свадебный образ, и украшения на голову мы спокойно брали. И в следующий день я привожу. То есть, если никаких, то есть, там ничего не потерялось, ничего не сломалось, не провалось, то, соответственно, человек, который их производит, он ну, то есть ничего не теряет, получает портфолио совершенно бесплатно. Вот. Но также нужно заложить еще на форс-мажоры. Это типа э, форс-мажоры это типа там запачканное платье, порванное украшение, там, ну что-то накосячили, что-то испортили, в студии там уронили что-то. Как правило, конечно, косяки, которые совершают сами участники, они их и оплачивают. То есть, если участник разбил там, бутылку в студии, то, безусловно, все издержки на нем. Но если участники запачкали платье, а, допустим, одно платье было там, на пяти человеках, ну или даже на одном человеке, то, э, то есть, химчистка и какие-то вещи, они могут всплыть, когда вы уже понесете, собственно, возвращать возвращать одежду в бутик или в магазин, в котором вы брали. Соответственно, эти деньги нужно закладывать тоже, потому что иначе вы будете сами расплачиваться за такие вот нюансы. И вот я на себе уже понял, что приходится заранее сумму какую-то обозначать. В случае, если никаких форс-мажоров не случается, то вы без проблем ее делите между участниками, между командой. А если вдруг форс-мажор, то у вас есть запасы, вы не страдаете, потому что вы, как ответственный организатор, все издержки ложатся именно на вас. Все люди приносят предоплату именно вам, все записываются у вас, ну, как правило, чаще всего. И, соответственно, вы расплачиваетесь со всеми подрядчиками. Они, как наемные работники, они то есть, парятся только за, свои, за свою сферу деятельности за вашу или за э, сферу деятельности участников они ответственности не несут. И еще бывают такие моменты, когда, допустим, модель опаздывает или жестко вы не укладываетесь в тайминг и приходится продлять студию или продлять аренду, ну или продлять аренду животных там, ну то есть аренду чего-то продлять. И соответственно здесь тоже бывает минус. И я на этом тоже несколько раз, так сказать, прогорал, причем прогорал за свой счет, поэтому э, было высадно, то есть и мне не хотелось и, и без того маленький ценник снижать еще больше и, соответственно, зарабатывать меньше. В конечном счете, все это подводя, у нас получается сумма в среднем по России, наверное, ну или даже по таким средним по размеру городам, от 2500, мне кажется, фотопроекты можно уже как-то начинать планировать. То есть меньше ценник, но это совсем, мне кажется, колхоз, и едва ли можно что-то организовать за такую цену. Только если вы совсем не платите там, ни за студию, ни визажисту, ни, никому не платите, тогда я чисто даже себе, то есть вот это адекватный ценник. Ну и примерно там, наверное, тысяч до пяти, а если есть какой-нибудь эксклюзив, ну может быть там до семи, до восьми тысяч рублей можно за одно участие продавать. При этом вы видите, что э, сумма красивая, и вроде бы вы заработаете, но на самом деле не совсем так, потому что ваша доля, она небольшая. И э, хоть как вы не можете себе, допустим, из 5000 тысяч, там, 3 тысячи забрать себе, а пятерым подрядчикам по 300 рублей заплатить. Так тоже не получится, потому что они видят э, общий бюджет, ну могут посчитать на бумажке, что э, вы немного неправильно распределяете. Ну и, конечно же, комфортно должно быть работать э, самим подрядчиком. То есть э, человек должен быть согласен там, за 500 рублей, за 1000 рублей накрасить э, там, 10 человек в течение дня. Вот. И, собственно, как только все складывается, у вас формируется некий бюджет. Для удобства мы формируем цену 4,900, чтобы сработал некий триггер маркетинга и людям было проще записаться. Плюс вы можете сделать вариант рассрочки, там какая-нибудь предоплата 2000 рублей, 2000 рублей плюс уже в момент съемки остаток. Вообще всегда делить гораздо удобнее, поскольку никто не будет платить полный ценник, а будет платить предоплату. То есть купили билет, записались и все окей, есть некая ответственность. И это, кстати, тоже нужно обозначать, потому что иногда люди не хотят, ну то есть хотят, допустим, отменить запись, но это делается там за день, за два до фотопроекта. И вы говорите, что, ну, к сожалению, эти деньги уйдут уже на аренду, собственно на все. Если бы вы сделали это раньше и нашли бы замену себе, то без проблем мы бы смогли, ну то есть каким-то образом компенсировать, отдать предоплату. Вот, если же это происходит как-то спонтанно, то, ну, получается, что вы теряете деньги. То есть, чтобы была больше ответственность. У меня как-то была тоже форс-мажорная ситуация. Когда э, девушка, по-моему, попала в аварию прямо вот когда она ехала на, собственно, на съемку. Но мы ей отдали тогда деньги, потому что все-таки, ну, как бы жалко, к тому же, ну, не, не такие большие деньги и, соответственно. Пошли навстречу. Бывали такие случаи, когда просто человек с вечера писал, точнее я писал и напоминал, что завтра фотопроект, не забывайте. И человек там сливался, говорил, что типа, ой, что-то я не могу, я забыла. Ну то есть это уже как раз-таки ответственность того человека, и он уже несет некие потери, убытки. Либо приходит на фотопроект, на который сам же и записался. Вот, механика расчета довольно простая, здесь э, это делается буквально за 10 минут. Я обычно на все проекты вот, расписываю абсолютно все. Не забывайте, что из этого всего 20% у нас идет на запасы, на какой-то форс-мажор, который в случае там чего мы делим между участниками. Ну или если э, это не было оговорено, то вы можете себе этот какой-то гонорар забрать, так сказать, за старание и за организацию дополнительный, дополнительный процент. Либо при, э, нанимать какого-нибудь человека, который за небольшой там, гонорар, за небольшую сумму поможет вам распространение распространении информации. Вот, следующее. Если есть вопросы, тоже напишите. Ну, достаточно много пунктов я уписал, но это основные, что называется на фотопроектах. Очень советую с детских съемок начинать, поскольку они максимально с большим ценником продаются. И как раз-таки родители для детей хотят что-то эксклюзивное. Могу еще по опыту сказать, что когда я делал э, значит, фотопроекты, обычно это были какие-то что-то свадебное, это может быть просто вечернее платье, красивая студия и вечернее платье допустим. многие девушки хотели. но проблема в том, что один человек менее платежеспособен, чем семья и менее платежеспособен, чем родители, которые покупают бонус для своего ребенка. Поэтому э, очень советую правильно расставлять приоритеты. И, соответственно, для одного человека ценник был намного меньше, чем когда я выставлял, допустим, семейные проекты. Или какие-то проекты, где был эксклюзив, в который можно было как-то монетизировать, продать. То есть уникальный отель, уникальная возможность там, дорогой съемки за небольшой ценник. Ну, то есть, в принципе, комфортный час работы, час, за который мы можем поснимать в кучу локаций, и у человека будет много-много интересных картинок. Следующее. Привлечение аудитории и механика, как мы набираем людей и вообще механика организации. Это все в основном сейчас положительные моменты, но еще расскажу достаточно большой минус, который вот после этого обозначу. Я с ним столкнулся и вот мне было уходить из фотопроектов довольно-таки тяжело. Сейчас об этом расскажу попозже. Значит, для того, чтобы проверить актуальность темы, я устраивал, так сказать, ну, типа опросы или задавал вопросы просто людям, там, в переписке лично. При личных встречах говорил, вот сегодня там фотопроект, а вот мы готовим через два месяца, там, допустим, еще вот такой супер крутой. То есть я продавал следующий фотопроект. В момент самого фотопроекта текущего. То есть, этим же людям, которые пришли, они уже лояльно настроены, и им понравилось, я продавал следующий проект. Потому что фотопроекты это не разовое мероприятие, как я повторяюсь, э, а соответственно некий, некая серия услуг, которую вы можете предлагать одним и тем же людям. И они, раз уж пришли, они, скорее всего, к вам придут и второй, и третий раз. И у меня было именно так, поскольку. Проекты всегда менялись по концепции, менялись места, подрядчики в плане одежды, и была новая изюминка каждый раз. И одним и тем же людям можно было продать эту услугу без проблем. Но здесь еще нужно четко чувствовать свою аудиторию в плане соцсетей, то есть понимать, что им нужно, то есть какие люди на вас подписаны. Это люди платежеспособные, которые хотят, чтобы вы работали индивидуально с ними, и это более дорогая ценовая категория. Либо же это как раз-таки более дешевая ценовая категория, где вы работаете, так сказать, массово, пакетно, где вы целый день снимаете, а потом, ну, то есть целую кучу людей прогоняете через одно мероприятие. Вот, это разные люди и, соответственно, свои подписчики, вот вы должны их ощущать, кто, кто же у вас там сидит. Далее создается какой-то ну, информационный ресурс, это группа ВКонтакте, страничка в Инстаграм, или же без этого можно, если аудитория достаточно большая, и вы чувствуете уверенность, что приходя на вашу страницу, ваша страница сможет продать эту услугу, то без проблем. Я создавал группы всегда, потому что либо, либо кстати, одну группу создаете с фотопроектами либо под каждый фотопроект отдельную группу. Наверное, сейчас, вот в 2020-м, актуальнее будет одну группу с фотопроектами и рекламу все направлять туда. Вот. Либо на основе своей личной страницы в ВК, э, точнее, личной группы ВК, и вы там можете создать раздел какой-то с фотопроектами. Я создавал эти группы для того, чтобы максимально подробно, конкретно описать все, что ждет людей, Засунуть идеи, мудборды, познакомить с подрядчиками, познакомить с тем проектом, который будет, ну, то есть максимально описать красиво весь фотопроект, и э, там не будет никакой лишней информации. Поскольку у нас на страничке много фотографий, много лишних ссылок, много всяких разных анонсов и э, фотографии тоже идут в перемешку. Вот, это некий минус для привлечения. А вот именно в группе все люди, которые будут заходить, они гораздо быстрее прочитают. Но, кстати, вот в сколько я не делал бы фотопроектов, люди абсолютно не читают, не смотрят и будут сыпаться вопросы. И это как раз-таки связано с аудиторией, поскольку аудитория не хочет разбираться вообще ни в чем, они хотят, ну, то есть сразу, чтобы, типа, была как-то донесена информация. И даже если вы пишете, что типа стоимость э, там 3000 рублей, пишите ее везде, вас все равно будут спрашивать, типа, а сколько стоит. Я с этим столкнулся, и я недоумевал, почему так происходит, почему э, столь очевидную информацию люди не готовы считать и не готовы вообще разобраться. Э, это все ушло со сменой аудитории, вот сейчас к ней и перейдем, э, но через буквально минутку. Далее, у нас есть группа, есть информационный повод. Мы создаем посты с э, рассказом о том, что людей ждет, какие подрядчики будут, и распихиваем это по ТФП-группам, по группам э, открытым пабликам, которые есть в вашем регионе. Э, без проблем такое можно сделать бесплатно, то есть не нужно там, э, платить за рекламу в сообществах. И самое главное, что как раз-таки в ТФП пабликах, в группах открытых, там «Мамы», э, там, там какое-нибудь «Общение», «Екатеринбург», ну и там и так далее, куча разных групп, э, как раз-таки та целевая аудитория, которая больше готова на фотопроекты и готова на такие всякие движухи. Недорогие, но пакетные. Вот. Поэтому без проблем это работает и до сих пор работает. Раньше я это делал постоянно и, собственно, скидывал все анонсы, все туда, всю информацию такую картинку заманивающую и ссылку на ту группу, где можно прочитать подробнее. Плюс, ну, там несколько завлекающих предложений, которые заставляют заинтересоваться. Плюс в свои соцсети, в свои сторис, в свои ВК, Инстаграм мы постоянно тоже делаем репосты или делаем отдельные посты с этой публикацией, ну, то есть с этим мероприятием. Советую закладывать достаточно большое время на организацию, особенно если это первый раз, чтобы у вас была возможность все, так сказать, все провернуть, достаточно времени, чтобы набрать людей, поскольку набирать людей всегда тяжело, а сейчас особенно тяжелее, учитывая, что кризис, он постоянный кризис и постоянное падение рубля. Но в целом набирать с каждым разом тяжелее, если вы начинаете с нуля. Но если есть лояльная аудитория, то вы облегчаете себе, так сказать, задачу. Чтобы было проще, делайте большие сроки и трезво оценивайте свои силы. Вот в таком случае будет все окей. Иногда приходилось даже писать людям лично и придумывать какие-то новые пути, рассказать то есть рассказать аудитории, что вы вот готовите фотопроект. Лично писать в личку при каких-то обычных встречах, тоже рассказывать, что вот мы типа этим занимаемся. Вот, ну, то есть информационно поддерживать. Плюс, конечно же, все э, ребята, которые в команде, у вас тоже будут как-то репостить, рассказывать. И если они это не делают, вообще это нужно заранее обсудить. Нужно, чтобы они тоже это делали постоянно, а не один раз, а вот прям чтобы свою аудиторию они держали, э, ну, так сказать, руку на пульсе, чтобы они показывали, чем они занимаются. Потому что э, люди, которые вас знают, это некая аудитория, которая сразу запишется и без проблем. А вот новая аудитория, чтобы найти там 10 условно человек, вам придется ну, расширять свою. Хотя может быть у вас достаточно и люди в принципе уже сразу быстро запишутся. У меня были фотопроекты, которые записывались за два дня. То есть 10 человек записывались за два дня и две недели мы собственно просто ну, то есть ждали того дня, когда наступит съемка. А бывало такое, что в течение месяца я едва-едва набирал 3-4 человека, и соответственно, ну, то есть, как бы не то не все, то есть, и там бронировать особо незачем на 10 часов, и в то же время как бы маловато. Либо сдвигалась дата и назначался новый срок, либо мы урезали проект и делали его не таким масштабным. Опять же, это нужно прикинуть. Всегда в организации подобных мероприятий у меня есть точка выхода на ноль, точка невозврата. Я раньше был готов работать в ноль, то есть работать так, чтобы, ну, по крайней мере, я не заработал, но появилась лояльная аудитория и появилось какое-то, ну, то есть портфолио с этих фотопроектов. Вот, поначалу приходится даже к таким методам прибегать, конечно, это плохо и не очень круто, вот, но иногда хочется поснимать, и вот фотопроекты – это возможность реализовать какие-то свои идеи, ну, грубо говоря, бесплатно. То есть, поработали, но все это собралось. Далее, после вот этого точки невозврата, и она обычно измеряется количеством участников, то есть, условно, 3-4 человека выводят в среднем проект на окупаемость. Ну, то есть на, на точку нуля. А далее у нас каждый новый участник, получается, будет приносить в копилку именно нам. То есть все э, подрядчики, они в любом случае получат деньги, потому что они именно на таких условиях работают. А для себя вы можете, э, соответственно, условия лояльно как-то двигать, менять в зависимости от желания творить. Вот. У меня раньше было желание творить достаточно большое, поэтому я был готов даже с выходом на ноль. Но это было всего два раза, по-моему, или один раз. После этого я, конечно же, старался обеспечить выход в плюс, потому что ну, как бы очень много сил уходит на то, чтобы все набрать, все организовать, а потом и заработать, соответственно. Что касается суммы, которую в конечном счете вы зарабатываете, она очень небольшая, к сожалению, даже там тысячи, полторы тысячи на фотографа в час при десяти людях это 10-15 тысяч рублей, но вы нереально устаете вы целую кучу людей через себя прогоняете, вы максимально энергию отдаете при общении, то есть и я приходил очень уставший. Это даже, ну, то есть это даже, наверное, тяжелее, чем там свадебная съемка, потому что в свадебной съемке есть перерывы, есть э, какие-то места, где вы отдыхаете, где есть репортажка и не нужно общаться с людьми. То есть разные этапы дня, они по-разному тяжелые. А здесь постоянно все одинаково и постоянно тяжело и практически нет времени там передохнуть, перекусить и так далее. То есть я бывало так, что за день не ел. То есть вот ел с утра и мега голодный ел вечером. А в течение дня там ну, максимум что-то потаскал с чайком, с кофейком, но это не серьезная еда и она не восстанавливает силы. Поэтому очень тяжело и ну, то есть сумма, которую я получал, была максимально не, не так сказать, не радостная. Но по тем, по тем временам это было хорошо. Соответственно, сейчас фотопроекты подороже, и сейчас, конечно, я советую делать более масштабные и более дорогие для себя, чтобы у вас ну, то есть, максимально был заработок. Ну а вторая проблема, о которой я вот как раз хотел рассказать, это проблема в том, что та аудитория, на которой вы работаете в течение года-двух лет, то есть вот эта аудитория, которая ходит на фотопроекты, эта аудитория еще ни разу не обратилась за полноценными съемками. То есть вот условно, приходит 10 человек на фотопроект, вы говорите, да, все круто, вот у нас следующий фотопроект, также у вас там, допустим, скидочка на индивидуальную съемку, если хотите, то вообще без проблем все сделаем. <coughs> Соответственно, люди кивали да, говорили, но записывались максимум в следующий раз на новый фотопроект, который такой же пакетный. То есть еще ни один человек из тех людей, которых я раньше снимал, не обратился за полноценной съемкой, по крайней мере, ко мне. То есть эти люди, они готовы платить за пакет и, собственно, когда приходят к вам, это становится дороже. Потому что только ваша стоимость работы, как правило, ну, раза в два больше без фотопроектов. А плюс там студия, визажист, надо кучу решений принимать, и вот эти вот решения для людей, они сложны, то есть э, им трудно там решиться, трудно там выбрать студию, трудно выбрать визажиста, то есть назначить это все, это трудно. А фотопроект это тот момент, когда вы ответственность берете на себя, и вот та аудитория, которым, которой не нужна ответственность, они максимально быстро записываются и приходят. Вот. И проблема в том, что ту аудиторию, которую я наработал, она была максимально бесполезна, когда я из фотопроектов уходил. То есть куча людей, готовых, так сказать, участвовать, и участвовавших даже не по разу, не, то есть не готовы были то есть переходить на новую планку, так сказать, индивидуальных интересных проектов под ключ для одного человека. То есть я подумал в будущем, что было бы здорово для каждого человека делать уникальную индивидуальную съемку, а не делать пакет, поскольку у всех фотографии будут примерно одинаковые. А это, ну, как бы, не очень круто. Вот. Но людей это не смущало, меня тогда тоже не смущало, но когда планку я для себя начал поднимать, я увидел, что люди-то не готовы переходить на эту новую планку. И, соответственно, то есть в течение какого-то времени я перестал делать фотопроекты, и люди, те, которые были подписаны, они все спрашивали, какой будет фотопроект следующий, как там участвовать, я хочу продолжение и так далее. Но я понимал, что эти проекты слишком накладны для меня, слишком мало я там зарабатываю и слишком много сил трачу. И, соответственно, в такой жизни я дальнейшее не хотел. Опыт получил, поработал, два года я вел фотопроекты прям постоянно и на разные темы, но это не портфолийные съемки, это съемки, которые вот именно проходные очень сильно вы выматывают и высасывают все силы, и поэтому я максимально вот, отказался. И потом начал чувствовать себя гораздо комфортнее при съемке индивидуальной. То есть для каждого человека, обратившегося... Своя тема, своя студия, спокойно, час поснимали, там, час поболтали и все прекрасно. Вот. Но фотопроекты в то же время бывают, э, ну то есть я не хочу сказать, что фотопроекты всегда плохо. Просто будьте готовы, что это достаточно тяжело. Фотопроекты можно урезать и делать, конечно, не 10 человек. Я всегда делал по максимуму, и самый максимальный день у меня был 12 человек. То есть за 10 часов я там по 40 минут или по 50 минут, я сделал так, чтобы у меня было 12 человек. И, соответственно, вот это был самый адовый день, там просто нереально сложный, нереальное количество кадров, там флешки менял, постоянно там заряжал камеру и, в общем, без устали снимал целый день. Соответственно, это ну, приносило деньги в максимальном объеме, потому что большое количество людей. Но можно сделать какие-то фотопроекты мини-масштаба, то есть 3 человека, 3-4 часа съемки, уникальный проект, пусть подороже, но что-то среднее между вот этими 10-часовыми фотопроектами и индивидуальными съемками. Я думаю, что это будет очень хороший компромисс, потому что на супердешевые вот такие съемки мы не особо зарабатываем, мы очень сильно устаем, а на проекте, где ну, там, среднее количество людей будет отлично. И людям хорошо, и нам хорошо, и мы заработаем, в принципе, больше, потому что ценник э, получается тоже большой. Э, именно количество человек, 10, там, 12, там, 9 человек, э, было нужно для того, чтобы заработать максимально много, а вложиться по минимуму, потому что мы вкладываемся фиксированной суммой в студию и фиксированной студией, допустим, на аренду платьев. То есть есть фиксированные суммы. И если эти фиксированные суммы делятся на большее количество людей, значит фотопроект более выгодный. Вот. Но если не заниматься таким максимальным заработком, а все-таки работать в какой-то грани комфорта. Вот, мне был абсолютно неинтересен, комфорт и не важен. Я там, грубо говоря, почти студент, и мне было наплевать. Вот. Ну, устал и устал, ничего страшного. Но сейчас я ценю комфорт больше. И я думаю, что находя аудиторию, которая тоже ценит комфорт, соответственно, мы будем работать и на индивидуальность съемки, и на ну, то есть создание какой-то небольшой истории. Очень круто создавать какой-то декор в плане декор локации и в эту локацию приводить там несколько человек. Очень здорово. Вы, грубо говоря, один раз вкладываетесь в декор и организацию места, а потом в течение дня приводите. Я делал фотопроекты с лошадьми, и тоже здорово, там аренда лошадей недорогая, летом в хорошую погоду, на полянке побегать, пофоткаться. Не особо портфолийные кадры, но людям нравится, людям с животными вообще супер круто. Я делал фотопроекты там на озере каком-то, просто выезд, типа фото-выезд, где мы можем посниматься там на берегу, на пляже и поснимать разные серии. При этом я менял, менял концепцию, типа каждого человека по 15 минут, и вот так вот просто в течение дня всех подряд по 2-3 раза в нескольких образах снимал. Допустим, первые 2 часа я снимаю по 10 минут всех, там в первом образе, который они подготовили. Потом мы делаем перекур, там, небольшой пикник, мы там кушаем, отдыхаем. И потом во вторую часть мы делаем еще одну съемку. И всех я водил в разные места, чтобы серия получилась разнообразной. Вот такие фотовыезды мне понравились больше. Но опять же, все равно очень трудно организовать. Нужно еще обеспечить доставку до, до места, а потом обратно. То есть это тоже некие свои сложности. Но они обходятся, и, в принципе, ну, каких-то тотальных глобальных сложностей при организации нет. Просто всю стратегию заранее прогнозируйте, прописывайте на листочке, и проблем абсолютно не будет. Так, ну, в общем-то, и все. Я все рассказал, все, что хотел. Напишите, все ли там понятно, вопросы, может, какие-то есть. Я сейчас прочитаю. Так, все работает, это старое сообщение. Напишите, все ли хорошо? Фотопроекты, да, это такое мероприятие сложное, долгое. Приходится иногда бронировать, не зная, запишутся люди или нет. Но вот этот вариант подходит для людей, которые, которым нравится организовывать. Дима, привет, все окей. Отлично, все, тогда. Сейчас я дождусь всех, кто там отпишется, потому что все в разных местах мне пишут, и мы будем заканчивать. Вот. Но сейчас я поменял концепцию и как раз-таки не хочу работать на фотопроекты, потому что хочется создавать эксклюзив, и этот эксклюзив можно продать. То есть, условно, вы продаете более массовый товар дешевле, или вы продаете эксклюзивный товар, но дороже. Я вот за то, чтобы продавать дороже, эксклюзив и делать прям уникально. Но тот этап большого количества съемок я прошел, с кучей народу познакомился и кучу опыта получил. К сожалению, эти люди не стали дальнейшими моими заказчиками. Что очень странно, и вот пришлось нарабатывать аудиторию заново. И сейчас вот та другая аудитория, которая готова платить за эксклюзивные съемки. И в этой аудитории я кайфую гораздо больше. Так, все отлично. Тогда будем прощаться. До следующего раза скоро будет новый вебинар, а вы напишите, какую тему вам интересно.